Гипно, привет. Уже через несколько мгновений ваше тело начнет расслабляться, а ваш разум погружаться в глубокий, спокойный, восстанавливающий сон. Бессонница, плохой сон перестанут вас беспокоить. Но для того, чтобы сеанс оказал максимальное воздействие, пожалуйста, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я буду вам очень благодарен. И вы просто занимаете максимально удобное положение в своей постели. Самое главное, чтобы вам было очень удобно. Очень хорошо. Закройте глаза. Сделайте глубокий, глубокий вдох и выдохните. Расслабьтесь. Сделайте второй, очень глубокий вдох. И пока вы вдыхаете, замечайте, как все напряжение концентрируется в районе грудной клетки. И вместе с выдохом вы отпускаете стресс, тревогу и беспокойство. И с каждым следующим выдохом и с каждым следующим вдохом вы впускаете в себя спокойствие и расслабление, выпуская наружу все неприятные, дискомфортные ощущения. Вы просто расслабляетесь. У вас возникает желание спать всю ночь. Спать спокойно, постепенно погружаясь в глубокий, спокойный сон. Вы будете спать до самого утра. Очень хорошо. Ваш мозг запоминает, как нужно засыпать эффективно. Вы знаете, что теперь каждую следующую ночь вы будете засыпать лучше, чем в предыдущую. Но для того, чтобы максимально эффективно это делать, надо научиться успокаивать свой тревожный ум. Тело расслабляется, и вы погружаетесь в глубокий сон. Вспомните, как непросто порой после тяжелого, трудного дня было уснуть. Несмотря на то, что ваше тело было уставшим. Но закрыв глаза, в вашей голове продолжали звучать диалоги, всплывать какие-то события, которые вас тревожат, и не давали вам уснуть. Ваша задача — это отпустить, дать отдохнуть своему телу и разуму.
просто не думать о тех делах, которые были в течение дня. Мы слишком много переживали и беспокоились. Теперь ваша задача просто расслабиться и отпустить все тревоги, беспокойства и дискомфортные переживания. Вы это прекрасно сделаете, просто используя свое воображение. Я хочу, чтобы вы представили прямо сейчас, что находитесь в своей постели, и вам становится все комфортнее, комфортнее и комфортнее, чем когда-либо ранее. Просто ощутите, что вы лежите на самой удобной перине, которую вы когда-либо могли себе представить. Она мягкая. Вы словно в ней растворяетесь. Представьте это в своей голове. Представьте, каково это быть на этом большой, толстой, удобной перине. Представьте, что теперь вы сможете представлять все образы, о которых я буду говорить, и ощущать их. Ваши глаза закрыты, но вы смотрите закрытыми глазами на свой потолок. Но потолка нет. Вместо этого вы можете смотреть на ночное небо. Вы замечаете, что на улице полная луна. Вы можете это представить и видеть в своем воображении очень четко и ясно. Это вас расслабляет еще больше, успокаивает. Ведь это приятный вечер. Температура самая комфортная для вас. Даже если вы смотрите на небо, вы понимаете, что снаружи нет никакого шума, нет посторонних звуков. Мир словно замирает. Никакие посторонние звуки не поступают в вашу комнату. Ничто и никто вас не беспокоит. Вам очень удобно. Вы ощущаете себя в полной безопасности. Очень хорошо. Вы смотрите на небо и замечаете очень интересное облако, которое движется за счет легкого ветра. Оно движется над вами. Когда ваше внимание максимально сосредотачивается на этом облаке, вы замечаете, что оно очень напоминает число 99. Обратите внимание на это число. Замечаете,
как ветер. Очень медленно он носит число 99. Оно рассеивается. И затем вы замечаете, как облака формируются над вашей головой в число 98. Вглядитесь хорошенько в это воображаемое облако. Число 98 полностью сформировалось. И вы видите, как это число начинает растворяться. Растворяться в облаке. Это облако. Он носится ветром. И затем появляется число 97. Девяносто шесть. И снова легкий ветер. Он носит его. Пока я говорю, вы замечаете 95. Затем оно сдувается, медленно движется. Пока вы смотрите, сосредотачивайтесь внимание на этих облаках, которые формируют следующее и следующий порядок чисел. Продолжайте наблюдать, как этот порядок чисел переходит в 94, 93 и так далее. Продолжайте наблюдать за облаками, но уже самостоятельно, не обращая больше внимания на меня или на какие-либо другие внешние звуки. Наблюдайте за следующей облачной формой. Увидите ее отчетливо, а затем оно словно исчезает, растворяется. Не обращайте внимания на мой голос. Просто наблюдайте за следующим облаком. И следующим. Они спускаются и уносятся вдаль, все дальше, дальше и дальше. С каждым облаком, которое вы видите, оно забирает ваше внимание. Вы концентрируетесь только на этих замечательных воздушных облаках. Одно облако сменяется другим, и чем дальше они уносятся, чем ниже порядок, тем глубже и глубже вы погружаетесь в расслабление. Скажем, следующим облаком ваше расслабление усиливается. Вы становитесь более сонным, более спокойным.
более расслабленным. Вы отпускаете эти облака точно так же, как можете отпускать все события, которые произошли у вас этим днем. Все мысли, которые возникают, отпускаете. И вы замечаете, что с каждым иным словом, с каждым последующим облаком, у вас уже нет желания следить за этими облаками. Словно в голове наступает некая ментальная пустота. Пустота спокойствия и умиротворения. Перестаньте считать и позвольте себе погрузиться в глубокий, крепкий сон. И вы обнаружите, что когда вы погружаетесь в этот глубокий сон, крепкий сон, вы сможете спать до самого утра. Вы теперь понимаете, осознаете, что заснуть очень просто и очень быстро, очень легко. Все посторонние звуки постепенно исчезают. Даже если вы не пытаетесь обращать внимание на мой голос, неважно тех слов, которые я говорю, вы все равно становитесь более сонным, спокойным, умиротворенным. Приятный, спокойный, умиротворяющий покой, который окутывает все ваше тело от головы до кончиков пальцев, рук и ног. Очень хорошо. Вы знаете, что для того, чтобы уснуть, нужно отпустить всю суету, которая происходила с вами в течение дня, недели. Ведь это абсолютно не важно. Просто в следующий раз, засыпая, представьте облака, которые медленно формируются в виде чисел и исчезают. И вы будете погружаться в сон. С каждым вдохом, с каждым выдохом погружаетесь в состояние глубокого сна. Все больше, больше и больше. Вы чувствуете себя очень хорошо. С каждым новым вдохом вы становитесь более умиротворенным, более расслабленным. Чувствуете себя в 1000 раз лучше, чем раньше. Очень скоро
вы увидите приятные сны, полезные сны, мечты, которые помогут вам стать более творческими, более продуктивными, успешными и здоровыми. С этого момента каждую ночь, ложась спать, просто включите эту запись и погружайтесь в глубокий сон. И вы будете спать намного глубже, легче, комфортнее, чем когда-либо. Вы будете спать, как младенец. Вам будет очень хорошо. Так что просто позволяйте себе заснуть в этот самый момент. Сон. Сон. Окутывает вас и уносит в мир грез. И после того, как мой голос утихнет, позвольте себе спокойно спать. Просто спать. Глубоко, спокойно, комфортно. Спать, спать, спать. Вам пора отдохнуть. Спокойно.